Здравствуйте, друзья! Вас приветствует канал Лепус52, и я Пустовыт Леонид Андреевич. Сегодня решил выточить из можжевельника небольшую рюмочку. Как у меня это получится, вам будет предоставлено порядок точения, и соответствующий результат я вам полностью покажу. Она, видите, какой-то цвет у ней желтоватый. Вот, по идее, должно быть очень даже красиво. Вот я сучки все обрубил. Сейчас я ее обточу и подготовлю для того, чтобы вытачивать небольшие рюмочки. Ну, смотрите, кому интересно, как все это получится. Итак, друзья мои, поехали.
друзья, закончил я свой проект. Вот что у меня получилось. Видите, очень много трещин. Вот трещины, вот трещины. Вот на ножке трещины. Вот. Но структура, заметьте, очень красивая. Масло воском сейчас скрою и покажу результат. Из той большой, которая у меня была, это вот вообще, вот видите, вся она треснулась. Вот, даже отлетел кусок, и выточить с нее толком ничего не получилось. Пришлось ее обрезать. Ну, сейчас я ее масло воском скрою, обрежу, и после этого, когда отполирую, я вам покажу, что и как. Вот закончил я работу. Вот что у меня получилось. Как я и говорил, видите, вот трещинки. Вот. А так структура очень даже красивая. Жалко, конечно, такой материал. Под корой было не видно этих трещинок. Кора слетела. Все это я увидел. Но отступать уже было, как говорится, некуда. Думал, что она поверхностная, оказалось, что она глубинная, практически до самого конца. Ну вот из того куска, который был, выбрал я вот такой вот кусочек. Так что смотрите, оценивайте, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Кому понравилось, кому нет. Это канал Лепус 52, и я Пустовойтов Леонид Андреевич. На этом я с вами прощаюсь. До свидания, до скорых встреч.